Я ищу Тамару, дочь кровавого барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас Милздарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, Милздарь, я ее сейчас приведу. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так, как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. Он, конечно, не святой, но он всю округу поднял на ваши поиски. Мне кажется, для него в эту минуту нет ничего важнее, чем найти тебя и твою мать. Я в людях кое-как разбираюсь. Жаль, что он раньше о нас так не заботился. Особенно о маме. Он совершил ошибку и понял это. Я не оправдываю его, просто говорю, что он наконец осознал, что натворил. И что вы очень нужны ему. Замечательно. Я все приняла к сведению. Ты приехал, чтобы мне об этом сказать? Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Мое первое детское воспоминание. Пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью, и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла еще дюжина лет. Отец пил беспробудно. Пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил ее аж до хруста. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали. Войцех говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю... Жива ли она? Я бы не хотел об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Знаешь, что это может быть непросто? Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. А что будет с твоим отцом?
Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. Так вот, откуда эти светильники в твоей комнате? Ты увлеклась Вечным Огнем? Когда жар пламени Вечного Огня разжигает твое сердце, пламя до конца жизни ведет тебя дорогой правды и прибавляет сил. Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнем. Обжечься можно. Я не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовищ. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден. Охотник за чародейками. На службе его королевского величества Радовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь Вечного Огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак. А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься? Никогда ни в чем не была более уверена. Вечный Огонь — лучшее, что могло встретиться мне в жизни. В таком случае, остается пожелать тебе удачи. Спасибо, что ты оставил мне выбор. Всего доброго.
Хватит. Самогону желаете? Покажи мне свой. Будь здоров. Куда вы так спешите? Ворожей хочет просить об услуге. А ведьмачий, значится. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надобно нам праздник обустроить. Придут заблудшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надобно. Зачем вообще нужен этот ритуал? Иногда человек умирает с недаемой тоскою. Или же смерть его застает прежде, чем он успеет вкусить истинной горечи. И тогда бедная душа не может покинуть этой юдоли слез. Дух блуждает меж живыми. Надобно участь его решить и отправить на верный путь. За этими дяды. Что я с этого получу? Ворожей знал, что ведьмаки за даром не работают. Не бойся, у ворожея есть чем тебя порадовать. Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожей знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся в кругу каменьев. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Я хочу посмотреть. Бывай. Дайте мне покою! Узнаете меня? Ты конюший. Я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам благодарность. Вы же мне жизнь спасли. Я уж почую, как припекло. Ну,
Ведьмак, можно тебя на минуточку? В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет. Просто сидит там. Тебе здесь делать нечего. Если бы не хозяйки, что в чаще проходят, давно бы мы все поняли. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Такая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматые. Зарекани их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости? Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Да, мы говорили пару минут. Она позволила передать тебе, что с ней все в порядке. Когда она вернется домой? И что она к тебе не вернется. Как это не вернется? Но я тут все для нее приготовил. Комната ждет. Я послал за новыми туфлями в Тусент, а она не вернется. Не вернется и все. Я не удивлен. На ее месте я бы тоже не захотел возвращаться в такой дом. Иди ты в жопу. Я уже знаю твое мнение на этот счет. Может, не повторять. Я знаю, что не был хорошим отцом. Но, может, еще не слишком поздно. Я попробую добиться ее прощения. Попробовать-то можно, но на оглушительный успех я бы не рассчитывал. Мне терять больше нечего. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались. Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Поди сюда! Тебе причитается порядочный кусок.
Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Я не ведьмачка. Просто я там выросла. А мечом машешь так, что я бы даже поверил. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрен. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что же тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что случилось? Страх пробрал? Не. Так в чем дело? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном — большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Летает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, Цири, удиви нас! Твой меч почти мой! Не дождешься! Покажи ей! Вихрь, а не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Прощай.
Ну, с чем пришел? Прощай. Нечего. Тебе здесь делать нечего. Ты чего здесь ищешь? Добрый день. Ну и скучище. Этот ведьмак всех побил. Может, он и тебе задаст жару? Я готов. Глядите, кто у нас тут? А барон знает, как его люди тут развлекаются? Барон все знает. Он и сам денежку ставит иногда. Херово ставит. Все время проигрывает. Начнем. Ну, давай, подходи. Поймает чего? Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. Творог белый, а я бы творогу поел. Ой, как тебя бароновы люди кнутом проучат, не будешь такой заносчивый. За какие грехи наказали меня боги такой компании? Подожди-ка.
свете, краткий миг на этом свете. Мое почтение. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончит дяды. Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Мы за жизнь свою в ответе. Крапилик на этом свете. Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Редки явятся пред вами. Что им тягость, скажут сами. Нам ждите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. Кто неверным бродит шляхом, мира вокруг не покинут, чем легким ясным знаком призываем к середину. Ясно слышу, мне не снится. Дух ради ясно слышу, мне не снится, дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко, дух явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Кто ты? Он знает. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отцы-убийца. Скинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надобно помочь заблудавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии! Помоги! Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. Ты понятия не имеешь об их обычаях. Взять его! А людей разогнать! Плохо обернулось, плохо. Беда нам. Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Чем грозит кровопролитие? Круг был осквернен. Сюда сойдутся те, кто жаждет людской крови. Если боги смилостивятся, их будет не слишком много, и ворожей все закончит. Если хочешь продолжать, я готов. Люди, надобно закончить дяды! Готовьтесь! Призываем, заклинаем, души мы на суд скликаем! Глушь повсюду, тьма ложится! Что-то будет, что случится! Кто-то стонет и скребется, чей-то дух к костру несется. Глушь повсюду, тьма ложится, что-то будет, что случится. Призраки! С
святая земля кровью замарана. Не можно ритуал закончить. Люди, спасайтесь! Бегите, кому жизнь дорога! Охотники за колдуньями, должно быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. Призрак назвал тебя отцеубийцей. Это так? Да. Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? Ворожей не хочет об этом говорить. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямраз лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать. Вперед, плотва! Эти останки Ямраза неплохо сохранились. Ворожей раскроил ему голову. Чтобы призрак ушел, тело надо сжечь.
Покинь мир живых и никогда не возвращайся. Кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда. Я ищу ведьму с кривоуховых топей. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топей? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка, бабушка сказала это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? Что же вы делаете одни на болотах? С бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, и Вася? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше. Сплошная брань. Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы, и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот, видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети, что смотрите? Идите мыть руки, будем ловить сверчков. Вижу, ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Васик точно знает.
О чем я его не спрошу, он отвечает: «Погоди, сейчас почешу себе гузно и придумаю». Что это за слово? А ну, живо в хату! Живо в хату! Будешь у меня в углу стоять, и я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда! Уходи! Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Я нашел тело твоего отца и сжег. Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то вражей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери, вражей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобятся, или лекарства, ворожей все даст. Мне кое-что нужно.
Будь здоров. Как же, будешь состязаться или нет? Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь гоняться? Пойдем, Ганс, посмотрим, насколько у тебя жопа железная. Я полжизни провел на коне, а вторую половину на пони. Меня не обскачешь. Ну, выкладывайте ставки и поехали. По коням. Пошли! Быстрее, драчка, быстрее! Я тебе яблочко дам! Но... Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Ну, кто еще поскачет? Радко поговори. Это он скачки Я устраивает. Не мастер речи-то говорить. Зато на коне... О, мастер. Я ездить пришел, а не болтать. Да как же, будь... Я хочу записать. Да не нужно ни... Мое почтение, Сид. Так с кем ты хочешь... В этот раз я прокачусь с черным Богданом. Это правда. Прокатишься. Ну, выкладывайте ставки и поехали. По коням. Жизнь у меня часов.
Я первый буду! Держи. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах раз... Ты вернулся. Я принесу тебе что-нибудь. Работы нет, хлеба нет. А что с теми ребятами, что должны были купцов к Заксенфорсу довезти? Значит, на той стороне Пуантера. Все слепки. Или что-то на них. Я хочу спросить. Ну да, я играю в гвинт. Да,
мы можем сыграть на лучшую карту моей коллекции. Ты читаешь мысли? Добрые боги наградили меня даром предвидения. Жаль, что работает он все больше в мелких делах. Птичка на меня не нагадит. Но в гвинт играть ясновидение мне не помогает. Разложим карты. Добрые боги пост... О, ты вернул? Сыграем еще. Ай, давай. Все это у меня. Разложим. Добрые боги. О, ты... Сыграем... Ай, да. Раз... Thank you.
как оно бывает с этим ясновидением. Я знаю, где по осени вырастут крупные маслята. А вот как играть, чтобы выиграть? Поди знай. Возьми эту карту, она твоя по праву. Красивая вышла победа. Слышал про каких-нибудь других игроков? Вели не для тебя один достойный противник. В деревушке Подлесье живет. Гадко. Глянешь на него, дурак дураком. Но игрок знатный. Амулетики? Покажи. Зубы мертвец. Прощай. Мой Тео снова потащился. Тяжело было убить это страшилище. Играешь в Гвинт? Говорят, что Гадко глупый. А Гадко вовсе не глупый. Гадко не пашет, не сеет, рыбу не поймает. А вот в карты умеет. Гадко сыграет. Ну, давай сыграем.